Эта работа отстой. Хочу послать эту срань в жопу. Класс, как раз без 3:10. Я пошел. Здоров, чел, вы закрыты? Да. Тогда дайте мне... Я сказал, мы закрыты. Я только что здесь все вымыл. А когда закрываетесь? В 10. Так, ладно. Тем не менее, дайте, пожалуйста, мне... Ты охуел? Что, простите? Сука. Уже ночь пятницы. У меня планы, братан. Я как раз взял новую пару от... И я дал себе, сука, слово, что обязательно брошу это дерьмо, уйду качаться и пройдусь по ближайшему бульвару. А где ваш менеджер? Я не знаю, я пойду проверю. Он сказал, настало время тебе идти в жопу. Что? Я понял, братан, можешь попрощаться со своей работой. Сучка. Ты правда думаешь, что меня хоть чуток ебёт? Это блядская работа в ёбаной закусочной. Мне остался чуток, и я свалю из этой дыры. Так что ты... Жрёшь дерьмо. Жру дерьмо? Окей, мы ещё посмотрим. Я вызываю полицию. Уебать. Ух, бля. Пшёл нахуй отсюда, сучара. Перевел, локализировал и озвучил Макс Криш.